замена лампочек в передней фаре. Открываем крышку. Очень сложно подлезть туда. Вот эта лампа ближнего света. Лампа ближнего света достать легко, очень сложно поставить назад. Теперь лампу достаем ходовых огней. Ничего не видно, все на ощупь. Лампа ходовых огней. Чтобы ее достать, нужно нажать и повернуть. Ставим на место. В общем, нужно очень помучиться, чтобы туда подлезть. Это получается у меня с трудом. Когда лампы поставите, закрываем крышку. Остается заглушка. Достаем лампу. Здесь немного попроще подлезть. Сама лампа просто вытягивается вверх. Ставите новую. Поворотом зажимается. Ставим заглушку на место. Поворотник находится под дальним светом. Тоже сложновато подвести. Нажимаете и выкручиваете. Ставим на место.